Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей. Продолжаем играть в Майнкрафт на сборке Pickle Packs Magical 2. Уже очень какая-то там, черти знает какая серия. Продолжаем мучить. В общем, я тут вот это мыло хочу сделать. Это походу мыло. Ну, я так что-то думаю, что мыло, оно выглядит как мыло. И я так понимаю, что оно, в отличие от бассейна, который я в прошлой серии делал, ну, точнее говоря, вот этого спа, оно как бы типа мобильное, ну, как телефон, да. То есть его можно таскать с собой и как-то отмываться. Что-то я так думаю, что это именно так. Так, нам понадобится здоровенный блок жира и вот такие вот аспекты, там, лечение, альянс и так далее. По-моему, у меня это все уже есть. Так, вот это, да, я надобывал из эндерперлов. Лечение я добыл из молока. У меня есть целая бочка молока. Надоил коров с помощью этого аппарата доильного. Так, также разлил это все в бутылочки, сюда заправил. Вот они тут лежат, стакают. Они, короче, стакаются, в отличие от ведер. Ну и ведра все-таки подороже будут. Вот, и так, и как же его делать? Так, вот этот вот шар да я наделал, потому что мне нужно было квест один сдать. Сейчас я его сдам, а потом мы продолжим с этим мылом. Что-то хочу я мыло сначала сделать. Так, это я вот все занимаюсь вот этим вот заданием. Здесь вот у нас есть одно из заданий, вот набрать все шарды. Так, аэр-шарда у меня нету. Но это я его могу из эссенции сделать. Я их потратил, вот эти аэр-шарды, на то, чтобы сделать эссенцию. Ну, семена вот такие. А, кстати, что это такое? Таймим сид. Ух ты, их дают. Так-то дело хорошее, конечно. А вот эти вот нужно убивать этих. Ой, а тут какие-то вообще, которых я даже и не знаю, откуда они берутся. Так, ну ладно, давайте вот эти вот 8 сдадим. Так, manual submit, да, это мы сдали. Теперь я их, наверное, закину. Или еще сделать. А ну так прикольно вот этот бассейн, если честно. А давайте попробуем сделать. А ну-ка, я так смогу сделать? Да, смогу. Вот 7 штучек возьмем. Отличненько. Так, теперь сюда закинем ее. И наделаем. Так, надо вот это отключить. А вот это... Ага, тогда мне потратится вот эта вот вся штука. А, у меня вот этого солнышка мало. Вот что у меня мало, да? Ладно, пускай пока полежит. Пусть пока полежит. Так, а мы будем делать лучше мыло. Tallow, вот этот жир, короче, Tallow. Я его где-то уже делал. Так, вот у меня есть 10 вот таких штук. Ну, может быть, если я его уже и делал, сделаем еще один раз. Так, и его можно направить. Так, это чтобы сделать голема, это сделать, чтобы мыло. Ну да, просто бросить туда. И у меня, по-моему, из этого все есть. Так. Ну-ка, давайте пока с этим повременим. А вот это поставим. Так, не голема, а вот это я хочу. Да, получим мыло. Ну и посмотрим вообще, как им пользоваться. Потому что как-то интересно. Так, ребят, хватит там рычать, а? У тебя поршень был на голове. Если что. Так, получили мы мыло. Сейчас посмотрим, что оно там дает. Ага. Синтезин соуп. Ух ты. Ну что, нормально, и оно не тратится, да? О, так это хорошая вещь, пусть будет. Ух ты, оно дало сердечко мне. Или это, наверное, из моба выпало. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Так, это мы сюда откинем. Так, сердечки, кстати, где-то я их вот тут коплю. У меня уже 10 золотых. И, кстати, на 10 золотых есть квест. А, тут золотые яблоки нужны. Ладно, это мы потом тоже сделаем. Короче, вот эту вот всю штуку пока откинем. Пока откинем сюда куда-нибудь, пусть будет. Так, мыло будем с собой таскать, пригодится. Так, вот это сюда. И давайте посмотрим, что у меня там с цветочками. Но для начала давайте поспим. Короче, вы были чертовски правы насчет цветочков. Действительно, делать удобрения это как-то слишком... Ну, то есть, мне оно нормально в плане ресурсов, ну, я бы потянул, но все-таки вот эти специальные цветы, которые генерят сами, ну, выращивают вот эти цветы, как они называются, Mystical White Flower, ой, нет, не то говорю, Jaded Amaranthus. Амаранцус. Короче, я сделал 5 таких амаранцусов, вот так вот их подвесил здесь на парящих островках, и они мне насадили кучу цветов. В общем-то, клево. Да. Ну и осталось, короче говоря, чтобы вот эта дудка дудела.
Дудка дудела. Я поставил вот этот генератор эндериумный. Так, это что-то не то. Зачем оно здесь? Непонятно. А, они, наверное, подлетали сюда, закидывались. Понятно. Что, одна штучка осталась, что ли? Боже ты мой. 100 тысяч. Ну, долго работал, я вам так скажу. У меня тут был почти стак, по-моему, эндерперлов. Вот этих глазиков. Они долго работают. Так, что их можно уже сдавать. Смотрите, их по 1800 уже каждого. А мне всего лишь по 1000 нужно. Я вот теперь даже не знаю, как их лучше сдать, если честно. Я так думаю, что нужно как-то из этой системы попытаться это все вытащить. Так, а ну-ка давайте вот так вот закинем. Так, и надо как-то сделать. Давайте вот эту штуку сейчас заберем. Вот эту, наверное, тоже. И нам нужна Quest Delivery System, которая сдает квесты. Так, этот у меня есть, все есть, отлично. Сейчас мы ее замутим и поздаем по-быстрому эти квесты, так, чтобы это не затягивать дело. Так, что я хочу? Во-первых, где моя квестбук? Моя квестбук. С помощью этого квестбука можно сделать вот такую штуку. Quest Delivery System. Так, ставим его сюда, забираем. Так, сумка у нас, естественно, остается. Так, и идем ставить его туда, где будем сдавать. Так. Ну и сдавать, наверное, будем где-нибудь вот тут. Сейчас мы его вот так поставим. Да, наверное, выберем здесь вот этот квест с цветочками. Select Task. И его сюда поставим. И сюда поставим трубу. Тогда же можно, в принципе, зачем трубу, если можно вот так поставить. Вот, просто ему внизу где-то там, ах ты черт, внизу где-нибудь там включить. Ах, не там включил. Вот так включим. Да, и оно, по идее, должно убегать все сюда. По идее, так, по идее, так. Ну-ка, давайте возьмем сейчас стак этих самых. Вот тут у нас все залепим ими, чтобы ко мне больше ничего не залетало. Вот. Ну, допустим, 1800 у меня, да? Я вот так вот их тыкаю, оставляю 800 или чуть меньше. Они все залетают в этот хоппер. Или в тот. Так, а ну-ка проверяем. Да, цветочки черные сдались. Это же я черные сдавал. Ну да. Так, этих у нас, ну тут всех примерно по 1000 с чем-то. Поэтому оставляем где-то штук 700. Где-то штук 700. Этих 700 и так далее. Так, а ну-ка давайте-ка проверим. Вон, видите, оно аж сдастся не может. В чем дело, а? А, ну сдается потихоньку, да, все нормально. Так, вот, 4 сдали, клево. Так, ну и так далее. Так, ну ладно, я сейчас их все закину, наверное, а потом мы вернемся. Ребят, вы должны это видеть. Смотрите, как они хотят сдастся. Вообще, наверное, надо было бы лучше поставить все-таки этот, трубу. Она, наверное, высасывала бы быстрее. Хотя какая разница? Какая разница? Вон, сдаются аж бегом. Так, осталось еще немножко. Еще один этот самый сундучок, вот этот. Так, оставляем где-то по 700. По 700. Мне эти цветы-то просто уже как бы не очень-то и нужны, поэтому я, в общем-то, так... они сейчас ко мне сейчас все залетят. Ну ладно, отдадим ему, пускай ест. Сейчас посмотрим, сколько там осталось. Если что, подкинем. Так, а ну-ка. Ага, я еще голубых не доздал что-то. А вот сдаются. Все. Оно сдалось. И нам дается зеленое сердечко. Куча моностали, которая у меня и так как бы дофига. Так, ага, квест отключился. Вот, кстати, раньше такой фигни не было. Ладненько, сейчас мы обратно все цветочки закинем. Так, все, не залетай туда, не залетай. Где у нас тут кирка? Вот она, кирка. И вот эту штуку тоже надо забрать. Отличненько. Вот так вот сюда все закинули. Все, короче, с одним квестом типа разобрались.
Ну, из таких, из сложных. Из сложных квестов кое-как разобрались. Так, это теперь сюда, сюда, сюда. Да, и эту систему, наверное, тоже сюда. Так, в результате, что мы там имеем? Значит, нам дают вот такую вот красоту. Это клево. Так, этот квест мы сдали. Вот эти фокус, лазер фокуса, кстати, как они там делаются? Так, ну, эмеральды, ну, стекло, да. А поскольку каждого по одному, ну, просто все красители сделать и все, да. Так, хорошо, эссенции тоже мы можем много сдать. Я не могу найти вот чего, Nether Emerald Ore. Я искал и не мог что-то найти, полетал по аду, причем так конкретно полетал, так что может быть проблемой. Вот, это раз. Но, кроме этого, я что-то вспомнил, что я совсем забросил Blood Magic. Ну, вот как-то я что-то с ним вообще ничего не делаю. Вот, поэтому сегодня, наверное, займемся. А ну-ка, кстати, о рыбках. Сейчас, секундочку. Кто там рычит, не рычи. Можно же сюда ставить? Можно. Так, а оно будет интересно работать? Да черт его знает. А, будет, да. Клево. Оно работает. Надо еще поесть. Короче, добавляет сердечко. Это клево. Так, кто там у нас рычал? Кто там такой умный, сильно-сильно рычал? Никто, да? Отличненько. Так, в общем, смотрите, у меня тут уже не раз эти мобы прорывались. Ну, что-то я не знаю, то ли я как-то... А, в эту полез, наверное, да? Вон там, видите, слайм прыгает. Я хотел так быстренько залезу, его, думаю, убью. Ну, как открылось, как повалилось оттуда, как начали они все взрываться, там, криперы, вся толпа. Вот, поэтому пора что-то автоматизировать вот именно в этом плане. Есть один такой ритуальчик крутой, который дает такую возможность. Надо только сейчас посмотреть, что там у меня с внутренним IQ, точнее говоря, с LP. Так, этих еще тоже поубиваем. Ой, не то смотрю, вот это мне надо смотреть. 50-554. Ну, в общем-то, норм. В общем-то, нормально. В общем-то, нормально. То есть, по крайней мере, активировать мы сможем. Но надо бы немножечко побольше. Так, ну пока я буду строить, я так думаю, что они еще добавятся. И как-никак, что-нибудь мы там такое сотворим. 51 тысяча, так вот называется. Так, ладненько, смотрим. Вот здесь у меня, если, может быть, помните, стоял ритуал такой. Это для того, чтобы делать всякие вот такие мечи, ну, вот такие вот инструменты. И я так подумал, ну, а зачем он мне, кстати, это что такое у нас? Это просто руна, да? Так, а это Reinforced Slate. У меня их аж 29, это вообще-то хорошо. Это вообще-то хорошо, потому что из этого мы сможем сделать... Ну, короче, что-то сможем сделать, да? Давайте-ка его, наверное, пока вернем, чтобы я ее потом не потерял у себя и чтобы она не мешалась. Вот, а будем мы делать немножечко другой ритуальчик. Так, сейчас всякий мусор выкинем. Вот эти все наши металлы тоже, в общем-то, мне они не очень сейчас нужны. Это все откинем. Так, и в общем, есть вот такой ритуал, я его уже выбрал здесь, называется Well of Suffering. Короче, колодец там страданий или что-то такое. Так, здесь нужно вот этих вот камней много разных, но кроме этого еще нужно, вот, Dusk Stone 4 штуки. Они делаются из черного красителя, которого у меня еще нет. Ага, вот для этого мне понадобится чуть-чуть побольше LP. Еще 2000 нужно будет. Так, что у меня там с углем? Вот у нас уголь. Нам, в принципе, достаточно сделать один блок угля. Вот, и если его закинуть вот в эту штуку, мы получим вот такой вот черный, типа мелик, которым рисуются руны. Вот для этого нужен тир 4 и LP 2000. Так, ну давайте попробуем. Так, надо, во-первых, эту штуку вытащить, наверное. Прежде чем... Чего вы? Дайте заберу шарик. О, спасибо. Ну, это скелет, он просто на самом деле не здесь. Это он в пространстве. Так, значит, сколько у нас тут? 2500. О, как раз. Как раз. Сюда закидываем, где наш тут блок угля. Вот, пускай он делается. А, он не сделается, блин.
Потому что у меня тут не стоит исключение. Так, надо поставить вот так. Ой, вот так, да. Так, и закинуть сюда. Ну и, наверное, еще немножечко поубивать их. Кстати, тут же могут прийти еще, у нас же типа ночь. Так. Вот он, черный мелик. Отлично. Ладно, давайте подберем лут этот. Не люблю, когда все валяется. Так, а остальные мелики у меня есть. Смотрите, у меня есть вот. Это мы прошлое делали. И я вот тут разобрал, у меня получилось 40 рун. Ну, еще с прошлого раза получается. Ну, с прошлого ритуала. Вот, так что мне как раз хватит. То есть, если вот посмотреть на вот этот ритуал, нам тут нужно того, сего и всего 36. А мне аж 40, так что точно хватит. Так, это сюда закидываем всякий мусор. И вот это все в МЕ-сеть нашу. Так, но прежде чем его строить, надо бы как-то все спланировать, как там что дальше будет. Значит, я хочу его построить внизу, под алтарем. Для этого я тут даже прокопал кое-что. Смотрите, у меня вот так вот идет. И вот эта вот как раз часть под алтарем находится. Если мы где-нибудь вот тут впихнем этот наш ритуальчик. Ну да. Вот, а еще здесь надо бы впихнуть неплохо бы спавнер, автоспавнер, который я еще сделать хочу. Ну вот, кстати, прежде чем, блин, надо как-то продумать, как оно все будет стоять. Ну, наверное, вот здесь как раз автоспавнер будет. Вот здесь нам нужно будет трубу лишнюю. Вот сюда, наверное, поставим его. Да. Вот сюда поставим наш ритуал. Так, вот это все можно, в принципе, убрать. Так. Да, если что, оттуда выведем то, что нам надо. Так, поставим вот этот мастер. А, мне же еще понадобится активировать его. Ну ладно, активировать то мы потом активируем. Так, вот это ставим сюда. Я потом, интересно, вылезу отсюда. Ну, очень надеюсь, что вылезу. Так, и по-моему, вот этой штукой нужно... Ага. Ты же строишься сейчас, да? Так, что-то я не понял. 28. Так, что-то он как-то построился и замер. А что замер? Где ему тут что мешает? Наверное, факелы мешают, да? Точно, скорее всего. Скорее всего, факелы мешают. А, так может ему вообще вот эта штука мешает. Ну, в смысле, земля. А, может, у меня ЛП нет? 49854. Это плохо. Так, ребят, короче, сам поставил эти камни, сам их покрасил. В результате он погнал сам его достраивать. Я не понял, короче говоря. То есть, видимо, черный должен именно тратиться. Но сейчас он его, походу, достроил. И теперь его можно даже активировать. Так, и мне очень интересно, сколько у меня ЛП там осталось. 45488. Ну, конечно, этого не хватит. Естественно, этого не хватит. Так, ладно, пошлите еще поубиваем мобов. И, возможно, оно у нас в результате заработает. Так, а что это у нас там за это появилась фигня? Я не знаю, тут вот какой-то этот самый показатель чего-то. Так, ну ладно, сейчас мы тут немножечко поубиваем еще. Чтобы 50 тысяч-то было в результате. А, это нам надо не там поубивать, а себя поубивать чуть-чуть, да? Чтобы активировать. Так, для этого надо хорошенько поесть. Для этого вообще неплохо бы съесть какое-нибудь золотое яблоко. У меня, кстати, оно даже где-то есть. А ну-ка, смотрим. Golden Apple, да. Ну, не самое крутое, но... А, у меня вообще есть здоровье, там, лечения всякие. Так, стоп. Так, регенерация 2. Ну, все же. О, погнала восстанавливаться. Отличненько. Уже желтенькие пошли. Так, надо все-таки восстановить наш алтарь. Но для этого надо, наверное, немножко поспать сначала. Так.
Ну, вообще, мне было, конечно, непонятно, почему он не строил сам. Вообще непонятно, если честно. Так, тут 2000. Так, что там у нас? 45-488. Ну, это как-то маловастенько. Так, смотрим. 48-888. Это тоже мало. И там что-то как-то плохо прут. Так, пока у нас тут накапливаются мобы, пока я выздоравливаю, надо еще попить вот этой жижи. Мы сейчас сделаем автоспавнер, потому что штука нужная. Так, для этого, как ни странно, мне понадобится вот такая штука. Так, подождите, сейчас я вот эти камни верну, пока не забыл, потому что они там не мешали никому, оказывается. Вот, а дырки в результате получились. Хотя, может, и мешали немножко. Опять поезд. Так, на чем я там закончил? А, я пытался что-то сделать. Я хотел сделать автоспавнер, я вспомнил. Так, давайте вот это все сюда подбрасываем, подбрасываем, подбрасываем. Так, и вот это, и вот это. Значит, для автоспавнера мне понадобится вот такая штука. А, я такую уже взял. Стоп, 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 уберись. Одна появись. О, отлично. Так, потом понадобится вот эта штука. Так, потому что, да, ну почему-то из нее делается. Вот, пожалуйста, автоспавнер. 4 тамиум блока, 2 пластика и вот такая вот штукенция. Ну, вот это вот все нужно сейчас скрафтить по-бырому. Так, а ну-ка. Так, сначала вот такое. Ой, ну что, электрума нет. Так, у меня же эссенция есть, кстати, электрумовая. Так, вот это крафтим. Ага. Так, и вот это тоже крафтим. Есть. Так, теперь делаем 4 тамиум блока. У меня вообще 0. Так, ну у меня там, опять же, таум эссенция есть. Вот, а еще я где-то здесь, по-моему, делал тамиум блоки. Или просто металл делал и куда-то положил. А ну-ка, подождите, не может быть, что я весь потратил. Ну, получается, да, весь потратил. Ладно, хорошо. Так, мне нужно 18. 14, 16, 17, 18, отлично. Нет, мне нужно не 18, мне нужно больше. Так, а больше у меня нет. Ребят, так, а куда я их там дел-то все? Ну, у меня было много, я что-то делал. Так, это дракониум эссенция. Ну, там блоки можно в конце концов смастерить и вручную, правильно? Где у нас тут железо? Ну, то есть, так как это предполагает цивилизация. Так, вот так, вот так. Это ставим сюда, это отключаем, вот это включаем. И погнали делать. Так, ну хорошо, значит, чем у нас тут в результате-то получается? Вот это сюда, два блока тут, что-то там еще, вот такая штука, по-моему, по центру. И вот здесь две, да? Ну-ка, сейчас посмотрим еще раз. А, и два пластик. Два пластика, да? Ну-ка. Пластиковая пластина. Вот, вот так. Отличненько. Давай нам сюда метальчик. Сейчас мы его где-нибудь соберем. Вот, например, тут. Ага, мне нужно два. Отлично. Так, и их сюда поставим. Так, отлично. У нас есть автоспавнер. А еще, кроме автоспавнера, ребятушки, у меня есть вообще замечательная штука. Так, сейчас мы вот эти мелки откинем, чтобы они мне тут не мешались больше. Так, ритуальные камни. У меня есть ведьма. Да, у меня есть ведьма. Я ее поймал вот из этого моего, из этой моей моба-фермы. Так, и сейчас мы возьмем, вот там генератор стоит уже, который не используется в результате. Так, вот, кстати, этот тоже возьмем. Так, его возьмем. И вот это тоже, на всякий случай, тоже возьмем. Можно, конечно, сделать так по-быстрому. Можно, конечно, сделать по-нормальному. Так, во-первых, мне понадобится его заправить чем-нибудь эндерперлами, типа.
Так, эндер. А, у нас еще и с эндерперлами проблемки. Ну ладно, это не проблемки на самом деле. Ух ты, как много сразу получилось. Так, мне вообще-то нужно вот такое. Но это мы тоже сделаем. Так, что-то у меня тут слишком много лишнего. А, мне еще понадобится там одна штука. Вместо вот этой. Так, ее мы давайте... Ой, не вот это. Вот это. Так, вот такая штука мне понадобится, чтобы запустить ритуал. Так, и мы это выставим где-нибудь так красиво. Так, мне все время приходится бегать как-то вот странно вот отсюда, чтобы туда попасть. Так, давай вперед, вперед, вперед. Так, и мы будем их, этих ведьм спавнить, ну вот прямо тут, прикиньте. Да, вот прям тут. Тут, конечно, можно бы прокопать вниз вот такую вот штучку, чтобы можно было к нему подбираться, если что. Так, или, допустим, вот здесь поставить рычаг. Ага, так все-таки провалиться можно, да? Жаль, жаль. Ну, можно сделать что-нибудь типа... Ну, чтобы я его видел-то все равно. Так, как же это можно сделать? Ну, половинку какую-то сделать. Ну, ладно, пока что мы можем включить и так. Хорошо, ведьму сюда мы закинем. Так. Тут нету эссенции. Нет эссенции, это мы сейчас принесем. Так, мне, получается, нужна эссенция. Ой, далеко побежал. Мне нужна эссенция. У меня тут где-то есть вот не очень много. Вот тут. Но есть еще и очень много. Так, и мне нужна такая типа нода для жидкостей, желательно. Или все-таки труба. Я вот не знаю, эссенция, наверное, не должна, по идее. Так, item duct, filter pipe, temperature fluid duct. Вот fluid duct возьмем. Да, и будет, я думаю, нормально. Так, и вот такой вот серво. Это же серво? Нет, это фильтр. Что, серво вообще никакого нет? Ладно, мы сейчас поставим вот такой. Так, серво. Хотя у меня с собой, по-моему, где-то было. Так, почему у меня опять забит весь инвентарь? Давайте-ка пооткидываем лишнее. Лопаты какие-то. Какой-то деревянный лук. Не пойми, зачем нужный. Выкинуть его. Так, хоппер может, конечно, понадобиться. Так, ну ладно, сейчас попробуем подключить. Так, это мы подключим. Генератор у нас с собой. Мы рядышком его поставим, включим. Ну и убежим, допустим, да? И пускай он там их мучает. Да, идея хорошая. Кстати, можно сейчас проверить. А, кстати, сколько у меня там ЛП? 53 тысячи. Нормально. Как раз, чтобы запустить ритуал. Не знаю, правда, все как-то впритык-притык. Мне это не очень, конечно, нравится. Так, мы сейчас заспавним немножко ведьм. Так, поставим, например, куда-нибудь... Например, куда-нибудь вот сюда. Вот эту штуку. Вот. Так, и здесь поставим трубу. Так, и сюда поставим... Сервомоторчик. Так, который сюда сразу зальет. Так, есть. И так, и сюда поставим этот самый. А, по-моему, можно вот так его выключить сначала, да? То есть, когда включаешь, это он выключается, типа. Так, здесь генератор. Сюда этот самый Ender Pearl. Так. Ну, вроде бы есть. Все нормально. То есть сейчас осталось только включить и убежать. Так, ну не то чтобы прям убежать. Ладно, я так думаю, что они не успеют меня со мной что-то сделать. Так, давайте, видимо, спавьтесь. Так. Чего мы не спавним? О, спавнится, спавнится. Отлично, отлично, отлично. А, я ритуал не запустил. Ребятушки, я-то ритуал не запустил. Я вот теперь запустил. А вот теперь запустил. Так. И, по-моему, им уже поплохело немножко, да? Так, они, дело в том, что сейчас там наспавнятся. По идее.
И дальше будут меня, по сути, кормить. Так, сейчас мы давайте, ну, в смысле, кровь отдавать и сами себя хилить. Ну, вот такой мне совет, кстати, подсказали подписчики, что вот запустить 4 ведьмы, их вполне хватит, чтобы... Ох ты, блин, тут у нас что-то ходят, бродят такие вот странные зомби. Так, как у нас тут дела? 5800, 5900, 6. Ну что, в общем-то, нормально. Так, а из меня там что, что-то вытекает, наверное? Да, из меня там что-то вытекает. Поэтому надо, наверное, поставить вот эту штуку сюда. Пускай она и кровь накапливает. О, нормуль. Нормуль, нормуль, нормуль. Ну что ж, в общем, как-никак сделали. Что-то там тихо стало вдруг. Что, последнюю ведьму убили, что ли? Она просто отошла в сторону. Так, ну там же еще должны были заспавниться. Ну да, вон. Их потихоньку вот там это, дергает. Ну так это клево. Вот, и эту дергает. Отличненько, отличненько, все работает. На этом все, дорогие друзья. С вами был Алексей, всем пока.